Осознал ли ты? Это очень важно, досмотри до конца. На сегодняшний день многие говорят про ответственность, про успешный успех, психологи, коучи, тренера и так далее. Что такое ответственность? По сути, такой же груз на плечи. Человек приходит решить свою проблему, а ему навязывают про ответственность. Это так приелось, и уже многие просто устали от этого. На моих практиках люди забывают про слово «ответственность» и возвращаются к состоянию осознанной радости, легкости, гармонии, без этого груза. Только осознанный духовный человек не будет делать специально плохие вещи, и ему не нужна при этом какая-либо ответственность. Если ты понимаешь, о чем я говорю, прошел кучу тренингов и психологов, при этом не получил желаемого, то я приглашаю именно тебя всего за одну практику понять и разобраться, как легко можно исцелиться от разных болезней, проработать гнев, обиды, прокачать уверенность, свободно вести свой блог, начать уже говорить «нет», когда этого хочешь, отстаивать свои границы, укрепить отношения, жить в радости, в гармонии, полюбить себя и даже своих врагов. Смотри дальше. Во всем этом поможет эта мощная практика. Меня зовут Арслан, и в Казахстане я первый инструктор активной динамической медитации Шотха. В переводе с кинди означает «очищение». По сути, это эмоциональная гигиена. Попробовав раз эту практику, твоя жизнь уже точно не будет прежней. Десятки тысяч людей по всему миру уже знают ее действие на тело, на состояние, на все сферы жизни. Почему Шотхан стал так известен? Он освобождает тело от зажимов, от блоков, восстанавливает здоровье на всех уровнях, трансформирует деструктивные программы и приводит к реализации желаемого. Это максимально эффективный инструмент для управления внутренним состоянием. Пишите в комментариях слово «Шотхан», и я в личку скину тест-анкеты, чтобы вы смогли проработать свое эмоциональное состояние. От себя лично диагностику в подарок первым 50 людям. Скорее жми!